Стол складної трьохсекціонної модель 55700C. В комплектацію входить чехол для хранення і транспортування, підголовник і підставка для рук. Особенності стола. Прямі углы, підйомна частина, угол підйому від 10 до 80 градусів. Виріз для лиця закривається подушкою. Опускається підйомна частина путем підняття до кінця, вниз. И фиксируется замочком. Верх стола каркас деревянный из бука. Ножки стола и основание из алюминия выполнено. На ножках имеется защита для пола. Высота стола регулируется при помощи кнопки фиксатора каждой ножки отдельно. Металлические тросы, поперечная планка из алюминия придают дополнительную устойчивость стола. Нагрузка до 200 кг. Обивка стола ПВХ, наполнение поролон толщиной 5 см. Подголовник имеет алюминиевые направляющие, регулируется при помощи винта и фиксатора. Регулируется высота подголовника и угол наклона. Ширина стола 68 см, длина 190. Стол просто складывается, вся комплектация укладывается внутрь стола. Ставим складные ножки. Эти ножки убираем внутрь. И фиксируем замками. Вес стола 17 кг.